Айша, Айша, да-да-да-дам. Айша, Айша, да-да-дам. Ребятки, всем привет, вы на канале «Пиратская жизнь». С вами, как всегда, Нина. Да, Вовчик пока еще спит. Вот, в общем, у нас такая погода. У нас снег. Мокрый снег с дождем. Да, ну, правда, конечно, снега прям еще пока не видно. Вот, но вообще у нас как бы это... Снег. Снег, на улице погода -1. Или хотя нет, по-моему, 1 градус или что-то такое. В общем, погода, так сказать, пренеприятнейшая. Но. Мы, как говорится, не будем унывать и не будем печалиться, потому что что? Потому что мы дома в теплом помещении, нам хорошо, мы сейчас покушаем и будет все замечательно. Доброе утро всем, да, доброе утро. Так, сейчас надо что-нибудь приготовить покушать. Сейчас я какое-нибудь сопровождение найду. Так, пускай новости у меня играют, как всегда. Люблю, знаете, под новости что-нибудь это готовить. Так, первым делом, что хотела сегодня приготовить? На завтрак. Вот, хочу сегодня, знаете, во-первых, мы сегодня, кстати, проверить мясо. Хочу вообще сейчас приготовить, короче, омлет с помидоркой. То, что вам говорит, хочу с помидоркой. Так, это у нас ножки куриные. А тут у нас мяско. Вот оно у нас вроде бы уже размерзлось. Да? Размерзлось. Это хорошо. Так, у нас сегодня по плану оливье. Вот, и у нас сегодня по плану сделать котлеты. Котлеты будут чисто говяжьи. Из телятины, по сути, да? Вот, разморозила телятинку вчера. Будем сегодня готовить котлеты. Котлеточки. Домашние. Так, сейчас уберу все. Чтобы не мешалось. Так, все. Так, это дело пока убираем. Ой, господи, сколько всего надо разобрать. Так. Мне нужно. Хочу сейчас еще, знаете, что сделать рулетики с сыром. Чесноком. Вот. 1000 лет, кстати, их не ела. Вован, что-то все это не жрете их, понимаешь ли, до этого момента. Ему то майонез нельзя, то чеснок, то еще какую-нибудь хрень. Вот, а сейчас можно приготовить. Выспалась. Вроде как это хорошо. А вроде как и не выспалась. Опять вчера тут раз смотрели всякие сериалы. Кстати, залипли на новый сериал «Жена олигарха». Ну, что такое прикольное? Так. Что мне нужно первым делом? Первым делом, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Первым делом, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А, потехи час. Сейчас быстро потру сыр. Вот, и сделаем вкусный-вкусный рулетики. Так, хотя нет, не хочу я вот так тереть. У меня вон есть терка, она быстрее сделает, чем сейчас я начну тут всякую херню страдать. Будет быстрее. Очень, кстати, классная терка. Я прям на нее все, знаете, девочки, не нарадуюсь. Очень она четкая. Угу. Так. Сейчас еще сделаю эти. Хочу. Омлет. Вот. Берете. Прямо здесь можно поставить. Будет сейчас здорово. Так. Ты. А у меня как раз, кстати, мяско там есть. Вот это вот. Окорок тамбовский. Вот с ним. Правда, конечно, ветчины нету, но можно и без ветчины. So sweet, so beautiful. Та-ра-та-ра-та-ра-та-та. Айша. 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 Вот такого кусочка, я думаю, мне хватит. Не хватит. Немножко сделаю. На один раз буквально. Буквально на один раз. И все. Ну, видите, как у меня удобно. Раз. Все. Сейчас мы это дело все перетрем. Так. Конечно, лучше с такой поверхностью, чтобы четко стояло. Ну, так тоже будет нормально. Сейчас еще надо чай поставить, кофеечку сделать. Что-то у меня, знаете, пробило на готовку.
Сейчас вот что-то листала этот. Какой-то. Я не помню. Инстаграм, по-моему. Да, смотрю, рулетики. Да. Хочу рулетики. А делаю, в принципе, быстро. Все. Сыр готов. Раз и все. Это ловкость рук, никакого мышества. Сейчас быстренько замоем. Потому что лучше сразу помыть, чтобы потом не было проблем. А то сейчас засохнет и прочее, прочее, прочее. Ой, сыр такой вкусный, девочки. Замечательный. Просто замечательный. Ну, вот и все. А вот и все, а вот и все. Не, мне нравится эта терка. Она прям так быстро все делает. Прям вот кайфушечка. Коробка, правда, уже старая от нее. Пора уже, конечно, избавиться от коробки. Ничего не могу с собой поделать. Я. Аиша. Аиша. Та-ра-да-та. А чеснок еще. Кстати, надеюсь, у меня чеснок есть. Что я так это взяла сделать рулет и забыла, есть у меня чеснок. Нету. Вон здесь, видите, салатики всякие. Вот. Вот настоящий холодильник. Когда есть и овощи, и то, и все. А то, когда у тебя ничего нету, у меня прям колышет. Ну, чесночок есть. Все, отлично. Есть чесночок у нас. Девочки, пока поставлю вас сюда. Так. Вот. Ну и еще вот одну. Вот, я думаю, немножко хватит, потому что у нас прям немножко. Чтобы много не было. Чисто чуть-чуть. Чуть-чуть. So sweet, so beautiful. Видите, у меня иногда так это прошибает меня на приготовить что-нибудь. Сейчас, кстати, надо еще поставить вариться эти. Ой, морковку, картошечку на оливье. Что-то решила, знаете, все-таки суп, наверное, завтра делать. Что-то я говорю, что сегодня что-то слишком много будет всего по готовке. Суп уже завтра сделаем, а сегодня котлеты сделаем. Как раз мясо разморозилось. Вот, и сделаем оливье. 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 Соскучилась я по таким рулетикам. Так, давай, давай, чистить. Нет, чеснок, конечно, фиговый. Но, блин, пока добудешь нормальный, с ума сойдешь. So beautiful. Здесь никто не помогает. Ван, как всегда, дрыхнет. А Ван, как всегда, в соцсетях даже не встает, ничего не делает. Потом, как всегда, будет время тянуть. А я буду ругаться, да, Ван? Я говорю, давай вставай уже, занимайся своими утренними делами. Я у тебя как Золушка, блин. А что ты занимаешься ты? Ушел. Да? По соцсетям лазишь. У тебя прям дела, ты прям пипец вообще. А я тут встань, как говорится, приготовь, подумай, что приготовить. И он там дрыхнет, лежит. Приходится он этот, хоть занавески поднимать, чтобы уже солнышко проникало. Как говорится, быстрее проснулся. Так, все. Все, чеснок почистил. Ну, он здесь мелкий какой-то такой. Сейчас мы сюда выдавим чесночочек. Добавим немножечко, немножечко, девочки, майонезика. И будет красота. Что, 1000 лет не ела такие рулетики. Что, так захотелось, прям вообще не могу. Даже прикиньте, даже с утра. Хочу еще блинчиков, но что как-то это руки не доходят до них. Думаю, на блинчики я пока с утра не готова. С блинчиками больше возни, больше мороки. А иногда, знаете, вот прошибает, и что-то вот хочется такое приготовить. Не знаешь, что. А тут, говорю, листала Инстаграм. Раз, все. И рецепты, рецепты. А то что-то все питаемся какой-то фигней. А хочу домашней еды. Была вкусненькая. А домашнее-то оно самое-самое классное. Согласны? Кто у нас лучшая хозяйка?
Я лучшая хозяйка. Да. У меня всегда есть еда. Мне никогда никто не будет голодать. А чё-чё, а голодать мне никто не будет. Вон, видите, вон он какой. Толстенький. Вот кормила. Ну так. Пришел ты ко мне худой. Господи, в чем душа держалась, непонятно. Сейчас такой котяра. Толстый, жирный. Да, понял. Сейчас мы сделаем вкусные рулетики. Сыр, чеснок, майонез. Все. Что, чеснока, конечно, маловато. Ну ладно. Но, в принципе, и не надо. Чайная ложка. Сейчас мы быстренько это забодежим. Не-не-не-не-не. Тыщ. Тыщ. А то, знаете, всякую фастфудную фигню жрать по утрам я не хочу. Вот, тем более я хозяйка. Правильно. Вот, вдруг когда-нибудь дети появятся. Нужно, как говорится, себя тренировать. Утром готовить что-то вкусненькое. Вот. А не просто очередной омлет. Но мама говорит, омлет хочу. Вот. Говорит, хочу омлета с чем? С помидорами. Значит, что? Нина идет готовить. Мне не сложно. На самом деле мне не сложно. Приятно, что есть для кого готовить. Вот это вот реально очень приятно. Потому что если бы не было для кого готовить, было бы скучно. Вот. Такие дела. Что-то мало. Слушайте, сыр, он так много впитывает майонеза. Писец вообще. Вроде уже достаточно добавила, все равно он как-то суховат получается. А вот что? So sweet, so beautiful. О, у меня еще чайки есть. Сейчас красиво сделаем. Красиво ты вошла в грешную жизнь. Красиво ты ушла из нее. Хоть крышка нормальная, а то в прошлый раз что-то крышка прям вся была плохая. Но игра и разбила мне душу. Совсем не игрушка. Это сердце мое. О, знаете, как придумала? У меня шпажки же есть. Так, у меня шпажки. Где-то они тут не валялись. Сколько у меня еще? Сколько у меня здесь всякой фигни? Так, нож еще какой-то. Это мои шпажки. А вот они. Вот они шпажки. Сейчас сделаем красиво. Аще красиво будет, девочки. Аще красиво. Сейчас, сколько у меня там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, все отлично. Сделаем 6 рулетиков. Будет великолепно. Так, все. Все, девочки, смотрим. Так, это у нас мяско такое вот, толстенькое. Толстенькое такое мяско. Ну, сделаем так вот. Многовато. Сюда. О, сейчас сделаем вкуснятину. Я уже вижу, как это будет вкусно. Да. Я уже чувствую. Так. Итак, шпажка нужна. О, да, шпажку. Берем помидорочку. Так вот, раз. Протыкаем. И вот так вот. Ну, может быть, они не очень красивые, потому что, на самом деле, для этого дела лучше, чтобы был этот, как его, лучше, чтобы были эти, ветчина. Ну, можно и так сделать. Будет красиво. Красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь. Протыкаем. И сюда.
наш рулетик получается. О, все, о, какая красота получается. Все, наши 6 рулетиков будут очень красиво смотреться. О, все. Ну, сейчас еще сделаем остальные. Так, остальные. Половину, конечно, я съем. Без этого. Все побольше. Красиво. Слушала из нее. Ля-ля-ля. Так что вот. Выспались, говорю, смотрели всякие сериалы вчера. Вот. В принципе, неплохо провели вечер. Вот. Спокойно. Вот. Вместе съели, кстати, помело. Помело мне вообще не понравилось. Помело ужасное было. Честно, не советую никому. Вот. Помело ужасное. Вот. Так, у меня желтые-желтые палочки. Все. Так, на каком-то другого цвета. Помидорочку. Я крась. Ну все. Ну, кстати, не очень удобно, конечно, сворачивать, потому что неудобные вот эти штуки, но тем не менее будет вкусно. Они, может быть, не очень красивые, но будут вкусненькие. Ой, видите, как красиво получается. О, рулетик. Рулетики. Мои рулетики. Ням-ням-ням. А, тут у меня уже заканчивается. По сути, уже заканчивается. Ну что, пока готовлю, сейчас сама нажрусь. Вкусно. Сделаю 8. Как раз вот остатки уже. Все. Почти готово. Почти все готово. Что-то у меня, видите, цвет настроения желтый. Практически все шпажки у меня желтенькие. О, ну ладно. Цвет настроения синий, да-да-да-да-да-да-да, бикини. По цвету синий иней, она так чувствует себя богиней. Цвет настроения синий, да-да-да-да-да-да, богиней. Ну и по краям можно сделать эти просто две штучки. Вот такой вот, без уже помидорков. Пока готовлю, а реально наемся. Так вкусно. Еще какая вкуснота. Ничего делать не надо. Вот, девочки, пока я жива, записывайте мои рецепты. Ой, вчера смотрели, кстати, это Саша Таня досматривали. Вот, она там что-то это готовила. Вот. Ну, что там ее записывала ее сестра. Так она там всякую фигню готовила. Вот это, конечно, дичь. Несочетаемое. Сочетаемое, несочетаемое. Такое понятие. Вот. Некоторые так действительно готовят. Причем, знаете, это бестеба. Кто-то действительно так готовит. Не, я вроде как это нормально готовлю. Я считаю, что я хорошая хозяйка. Вот, и Вован меня за это любит. Я в этом уверена. Да-да-да. И даже иногда, когда никто не видит, он мне об этом говорит. Да. Просто он человек не особо публичный, поэтому он предпочитает это не афишировать. Все. Ну, смотрите. А? Во. У кого золотые ручки? Конечно, у меня. Так. Все это убираем. Нам не надо. Так, это тоже нам не надо. Выкидываем. Сейчас еще сделаю этот омлетик и бутербродики. Она как чувствует себя богиней. Так, надо свечку поставить. Чаечку. Чуть быстро заканчивается чай. Вода, 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 заканчивается. Все. Сейчас поставим чаечку. И будет вкуснота. Так. Пока такая парочка помидорочек у нас потушится.
Витя, все утро буду колдовать. Колдовать, поменять. Всегда приятно готовить для любимого человека. Всем желаю, чтобы у каждой девочки был свой любимый Вован. Ну, можно не Вован, можно просто какой-нибудь Вася. Тем не менее. Потому что, знаете, когда живешь один, не хочешь ни готовить, ничего. Все, кусочек масла отправляем. Кусочек масла. А, хотя нет, масло я оставлю. Я сейчас еще хотела сделать бутерброды с рыбкой. Мы же вчера это купили еще рыбку красную. Я так хочу, чтобы сердце не кончалось. В общем, надо себя радовать, девочки. Да-да-да. Даже если на улице дождь, снег, вот прям смотрю в окошко, прям жутко, прям действительно снег идет. Очень такое неприятненькое чувство. Ну, нужно себя радовать. Да? Вот стою, пою песенки, наслаждаюсь, так сказать, настроением хорошим. И все-то у меня будет хорошо и замечательно. Потому что что? Человек на позитиве. Вот, и так нужно всегда себя вести. Тогда будет все хорошо. А если постоянно, то, знаете, будет плохо. Будет плохо, будет плохо. Нужно искать приятные моменты даже в мелочах. В общем, заряжаю всех на позитив. Вот, так что подписывайтесь, кто еще не подписан. Да. Вован уже даже встал. Чувствовал запах вкусный. Кстати, в сыр добавила прям вот аккурат нормально этого чеснока. А получился в самый раз. Масло у нас разошлось. Сейчас помидорку потушим. Потушим помидорочку. И добавим туда омлет. Будет вкусно. Будет у нас там омлетом. Омлет. Кстати, помидоры вот купила вот эти азербайджанские. Хорошие. Ну, блин, собака, дорогие, конечно. 369 рублей. Вчера еще, знаете, какие видела с парень? Помидоры, какие-то это, бычье сердце. Девочки, 589 рублей. Ну, писец просто. Ну, просто писец. Ну, откуда у них такие цены, а? Вы мне объясните. Откуда такие цены? Просто с ума сойти. С ума сойти. Ну, скажите же, я дома преображаюсь. Сейчас вот наготовлю всякой фигни, а потом не захочу готовить. Удлинится. Помидорка у нас пассируется. Цвет и настроение синий. Так, супки там пока стекают. Чего мне еще надо? Мне сейчас надо еще яйца, молоко свежее, которое я вчера купила. Мои ычки. Ычки. Ычки мои. Кстати, очень удобно в этом сотейнике готовить. Действительно, очень классно. Сейчас он зайдется. Пускай у меня пока помидорочка пассируется. Ой, всегда, знаете, хотела научиться готовить быстро. Но я, к сожалению, быстро готовить не умею. И это большая моя проблема. Так, во, яйца. Та-дам. А сколько у меня, кстати, осталось? Так, 5, 7, минус 7. 20 минус 7. 13. О, чертой дюжин. Спасибо. Так, 5 у нас крупные достаточно. Ой. Ну, конечно же, скорлупой. Конечно же, со скорлупой будем готовить. Так, 5. Какие крупные яйца вообще-то. Так. 2. 3. Я думаю, мне 3 яйца хватит. Будет не так много, но много наедаться не надо.
Я говорю, как Таня вчера в видео говорит, что ой, ну, можно даже со скорлупой. Со скорлупой даже полезнее. Потому что что? Потому что в ней кальций. Да-да-да. Ну, я, конечно, так готовить не умею со скорлупой. Мне понравился момент по поводу специй. Как она говорит, что специи... Так, у нас здесь для рыбы, а у нас курица, ну, одно и то же, все равно белок. Я вчера прям поржала. Нет, честно, знаете, вот такие вот сериалы, они, конечно, может быть, они на один раз, но тем не менее, они делаются для того, чтобы вот люди расслабились мозгом, чтобы люди расслабились, так сказать, умственно. Я вот тоже наши зрители, знаете, не особо напрягаю, да, то есть какими-то такими беседами заумными и прочее. Ну, потому что, а смысл какой? Вот, люди приходят отдыхать, люди приходят веселиться. И все, мы даем им это. И все. Кто красавчиком? Мы красавчики. Так, помидорка у меня почти разошлась. Немножечко нужно маляка. Чуть-чуть. Хватит. И зальем сейчас нашу помидорку. Будет вкусно. Конечно, в идеале еще сыром посыпать. И там, вы знаете, лучком. Вот, но ни того, ни другого у меня нет. Хотя нет, у меня лук есть же. Блин, мы сейчас так лень резать. Лень. Так, немножко соли. А что лень-то? Это же делать-то. Раз, два. Раз, два. Готово. Бегут ручьи, текут ручьи. Я прям, видите, добавила немножечко молока. Потому что все-таки у нас это не омлет чистый. Значит, это омлет с помидорами. Не яичница с помидорами, а именно омлет. Взбиваем, взбиваем, взбиваем. И сюда. Все. Все, будет сейчас вкуснятина. Сейчас будет такая вкуснятина. У меня все девочки спрашивают, какой у тебя пышный омлет получается. Девочки, легко и просто. Легко и просто. Мне кажется, если у девочки мама готовила вкусно, она должна готовить вкусно. То есть такое, чтобы она невкусно готовит, не получится. Вот так. Так, все. Что у меня готовится? Ну, смотри, какая красота. Я говорю, в идеале, девочки, если у вас еще есть сыр, натрите еще сыр сверху. Будет очень вкусно. Все. Вот так вот. И вот это все перемешиваем. Все, и под крышечку. Так будет быстрее. Все замечательно. А пока я все-таки решила лук. У меня тут есть. Сейчас буквально чуть-чуть. Цвет настроения синий. Она так чувствует себя богиней. Кстати, огонь не снижаю. Чуть-чуть поменьше. Сейчас она у меня зайдется. Вот лучок. Все-таки решила я сверху положить красивенько, чтобы было. И вкуснее так будет. Будет вкусный, красивый. И вообще будет вкусно. Лаван оценит. Два в одном. Чисто вот так пошинковать чуть-чуть. И все. Ой, как я люблю, когда у меня в холодильнике всегда есть еда. Залез, как говорится, сделал. И все. Я считаю себя хорошей хозяйкой. Может, я, конечно, ленюсь в некоторых моментах. Меня там пишут, ой, а что вы пельмени сами не сделаете? Девочки, ну зачем их делать самим? Сейчас такое разнообразие пельменей. Пошел, так сказать, купил, и все. Уж я не вижу смысла прям все-все-все делать. Есть вещи, которые ты сам можешь делать. А есть вещи, которые лучше все-таки доверить профессионалам. Вот такой вопрос. Мы первый день дома. Неужели я уже должна с первого дня уже фигачить пельмени? Ну, согласитесь, глупо. Да, вот в омлетик мы добавим лучок. Все.
И оно все потушится. О. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Ой, весь лук сыпется. Да-да-да. Как красиво он падает. Так. Весь лук прилип. Ай, замучаешься. Так. Цвета настроение синий. О, смотрите, как клёво. Так у меня лук валяется. Почему у меня валяется лук? Закрыли крышкой. Ломаем огонь. Так, лучок. Все. На маленький огонь 5 минут. Он тут готов. Так. Что у нас дальше по плану? У нас дальше по плану все с собой прибрать. И сделать бутерброды. Все, видите, чай у меня тоже закипел. Хочу, кстати, кофе сделать. Кофе сделать. Какой выбрать, интересно? Карамельный латте. Вот у нас есть. Тоже карамельный латте. А это что такое? Капучино. И кофе моча. Моча. Наверное, знаете, сделан капучино и латте. Да. Овчика капучино и латте. Дело, кстати, в маленьких кружках. Так. О, жарко. Что-то жарко. Так, капучино у нас уходит в ванну. Так, что у нас здесь? Капучино и Starbucks. Кстати, много так в этой штуке. Латте. Так. Все. Все. Сейчас сделаем кофе. Чашку кофею я тебе потрясшего налью. Мне так хорошо с тобой. Все, у меня омлетик готов. Где-то над землей ты паришь со мной в облаках. Сластить его не надо. Так. Все. Все, мои хорошие, сейчас я сделаю бутерброды с рыбой. Не буду затягивать видео. В общем, вот у меня омлетик с помидоркой, с этим. У меня будет вот это. Ну, мяса, конечно, не будет. Оно здесь у нас размораживается. Сейчас еще поставлю вариться кое-что. Люблю всех, целую. Моя хорошая, увидимся в следующих выпусках. Обязательно сходите на мой банк. Как вам мои шедевры с утреца? Что-то меня потянуло. Увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока-пока. Пока-пока.